Что мы собираем дальше, друзья? А застоять, стоять, стоять, стоять. Друзья, возик пополняется наш. Видите, сейчас грузим дальше. Вот, друзья, подошел, показываю вам, как, если так будет расти арбуз с таким вот пасынком толстым, у вас всегда будут хорошие семки. Видите, докуда он? Не сбоку забитыми, даже вот молодые побеги. И вот я его плеть, смотрите, сколько она идет. И такая толстая. О, оторвал. И всегда с этой плети, видите, он дал еще сбоку лежат 4 штуки. И я уже вот вместо вылежано, я уже 2 занес. Ну вот, и без такого казуса не обошлось у нас на этой бахчи. Радом пасется Маруся, и Мальвина пришла, и, видите, накусила арбуз. И мышки себе уже, видите, достали все семечки, пообедали и сделали себе гнездо. Но всем жить надо. Ну вот, занимался погрузкой своих арбузов на телегу. И был звонок телефонный. Сегодня, друзья, у моих охотников, друзей, знакомых начался охотничий сезон с дипломированными гончими по пушному зверю. И вот звонили мои друзья со Стародорожского района, Михаил и Федор, добыли зайца русака с-под своих гончих, и лет года 4 назад я подарил Михаилу щенка русской гончей, и вот он добыли сегодня с-под них зайца русака. Так что, Миша, Федор, с полем вас поздравляю, всех охотников Беларуси с открытием сезона по пушному зверю. Не пуха вам, друзья, метких выстрелов, и чтоб охота приносила удовольствие. Истинные гончатники идут на охоту не зверя добыть, а чтоб дома не быть, и чтоб послушать музыку волшебную своих питомцев гончих, которая завораживает. Меня с 4 класса эта музыка гона поразила, и я уже ходил в 7 класс, и уже я держал гончих. Как начал, в деревне только у одного были русские, и я купил на советские деньги за 25 рублей, родители мне дали, и я приобрел себе выжловочку. Называлась Мирта, и от этой выжловки очень много кто отгадывал линию моих собак, которые были достойные. Ну, добро, друзья. Еще раз, у всех с открытием сезона буду работать. Еще мне очень много, еще большая бахча стоит. Ну вот, как говорят, старые люди говорили, пришла осень, работ в осень. Вот вдалеке сеются зимые хлеб, трактор на заправке вот стоит вдалеке. Все кипит, и мы работаем. Сегодня нас выручает Аза. Ну, друзья, все мы загрузили, будем двигаться в путь. Вот такой вот возик, но я думаю, здесь обысти, я думаю, килограмм 600 гарантия будет. Так что поедем домой.